Повышать квалификацию учителей ОБЖ. Об этом вчера говорили на встрече заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики, руководителя администрации главы Чувашской Республики Юрия Васильева с представителями Минобороны России. Обсудили итоги проверки эффективности работы по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. Неплохо стрелял. Представители Минобороны отметили, что военно-патриотическое воспитание в республике ведется на высоком уровне. Чувашия – один из немногих российских регионов, где традиция проведения финальных республиканских игр юноармейского движения «Зорница» и «Орленок» не прерывалась почти 50 лет. Развивается кадетское движение. В этом году начнется строительство нового здания кадетской школы. Хорошо зарекомендовала себя практика организации пятидневных сборов на базе одной-двух образовательных организаций, которая позволяет охватить большое число учащихся. В минувшем году учебные сборы прошли более 5500 школьников и студентов. На встрече было отмечено, что на базе Чувашского республиканского института образования будут организованы курсы для учителей ОБЖ.